Жители Северского района плетут маскировочные сети для солдат на СВО. Люди из нескольких населенных пунктов объединились в группу под названием «Я доброволец» и нашли свой способ, как помочь военнослужащим, отстаивающим на передовой интересы Родины. Начали плести маскировочные сети. Бойцам их сейчас не хватает. Глава района Андрей Дорошевский побывал у волонтеров и получил некоторый опыт по изготовлению таких сетей. Администрация муниципалитета поддерживает добровольцев, в том числе помогли и с этим помещением. Места для работы нужно много, да и времени тоже. Каждый волонтер занимается этим свободное от основной работы время. Кто-то выделяет по 3-4 часа в день. Девушка на видео призналась, что порой домой уходит за полночь. Помимо маскировочных сетей, волонтеры занимаются сбором продуктов, сушкой, заготовкой овощей, медикаментов, оборудование и амуниции шьют тактические носилки. Каждый вносит свою посильную лепту в общее дело – победу.